Друзья, уважаемая публика, прежде чем исполнить следующую песню, я вновь не могу не представить автора, потому что это человек, который подает хороший пример нашей молодежи, нашим детям и нашим внукам. Поэтому очень приятно, что этот человек много лет назад для нас написал такую замечательную песню, которая стала Петленко, которую всегда исполняет, испытываешь гордость за нашу страну, за те взаимоотношения среди нас, которые живут с нами вместе, наши какие-то, да не какие-то, а наши правильные взаимоотношения, которые выработаны годами нашими предками. Поэтому очень всегда приятно представлять этого замечательного поэта, песенника, певца. С удовольствием объявляю следующую песню. Группа «Белый орел», Олег Газманов.